После кемеровской трагедии в торговом центре «Зимняя вишня» проблеме пожарной безопасности в местах массового скопления людей стали уделять гораздо больше внимания. Заинтересованные стороны, пожарные и сотрудники охраны центра стараются отрабатывать разные легенды в торговых центрах Ульяновска. Учения, прошедшие сегодня в Аквамолле, прошли по инициативе руководства торгового центра. По легенде учений, условно происходит возгорание в кинозале. На втором этаже прибудет 5 единиц техники, 22 человека личного состава. Будут отрабатываться тренировочные занятия. Посетителей о том, что на втором этаже в кинозале номер 5 произошло возгорание, оповестила сирена и автоинформатор. Несмотря на то, что начались учения неожиданно, особой паники не было. Люди покинули здание за 8 минут. Купившая билет в кино девушка стала условной пострадавшей, однако ее оперативно спасли. Персонал и посетители с пониманием отнеслись к необходимости проведения учений. Отработать возгорание не в теории, а на практике, запоминая повороты коридоров, места подключения к гидрантам. Все это и многое другое необходимо знать пожарным, чтобы в чрезвычайной ситуации действовать максимально быстро. Задачи все выполнены. Самое главное, все люди из торгового центра эвакуированы. В рамках этого учения была отработана одна водная, что часть людей осталась в задымленном помещении для того, чтобы пожарным подразделением можно было эвакуировать этих людей. Пожарные подразделения, задачи справились. Работали не только пожарные. Служба безопасности торгового центра эвакуировала клиентов, разворачивала внутренние системы пожаротушения, останавливала эскалаторы и лифты. Этой работе дали оценку пожарные. Охрана торгового центра, также персонал дежурный, сработал в штатном режиме. Все действия выполнены согласно руководящих документов. Претензий к ним совершенно никаких нет. Все системы противопожарной защиты тоже сработают в штатном режиме. Итог: 8 минут на полную эвакуацию, 9 на прибытие пожарных, полчаса на локализацию и тушение. Такие результаты – плод системной работы. Подобные учения охрана торгового центра проводит раз в полгода. Павел Половов, Юрий Ломатов, новости Ульяновской правды.